Приветики, зашла к вам на пару минут рассказать, как дела. Если, может, вы заметили, что у меня левая щека немножечко подпухла, потому что у меня сегодня вырвали зуб мудрости. Глотать еще тяжело, все болит, но я счастлива, потому что он больше не будет меня беспокоить. Ой, это вообще, конечно, ужас был, вам просто не передать. Я первый раз вырывала вот с правой стороны, но он просто вылез, он ровно стоял, его мы так быстро вырвали. А этот с левой стороны, как он больно, просто он лежал вот так вот. Мне там разрезали и вдоль, и поперек, в общем, вытащили за полчаса этот зуб. Все ужасно болит, просто зашивали, 4 шва мне наложили. Ой, это, конечно, просто ужас. Через 2 недели швы снимать. Сейчас просто вообще не могу нормально разговаривать. Видите, да, вот раньше, как у меня щека подпухла. И то это прошло сколько там, 2 или 3 часа прошло. Я представляю, завтра я проснусь, у меня вот просто такая...